Есть! Сегодня каждый заплыв здесь почти гарантировал находку. Сами водолазы признали, что такого улова ранее со дна Урала им поднимать не доводилось. Небольшие свертки бурого цвета можно было бы спутать с хозяйственным мылом, если бы не надпись. При обследовании дна обнаружилось 5 предметов по виду тротиловой шашки. То есть, ну, я думаю, что специалисты определят. Самой первой на шашку в прямом смысле слова наткнулась Юлия Фахридинова. Вместе с мужем и грудным ребенком они купались у самого берега. Во время рыбалки нашли такой вот предмет, тротиловая шашка. Ну, поняли, потому что там, во-первых, было написано, вот, а во-вторых, мы примерно знаем, что это такое, так как я вот дочь военных имела место быть знакомство с этим. Улов вытянул ровно на килограмм. Пока эксперты не могут сказать, ни каким образом тротил попал в водоем, ни сколько он там пролежал. Тротил применяется как в военном взрывном деле, так и в народном хозяйстве для подрывных работ. Килограмм, да, достаточно большая масса для того, чтобы причинить довольно большие разрушения. Объем действительно не маленький, однако в таком виде и состоянии никакого вреда отдыхающим он причинить не смог бы. В любом случае, уголовное дело по статье «Незаконное хранение взрывчатых веществ» уже возбуждено. Екатерина Киселева при содействии пресс-службы МВД области для программы «Наше время».